Курс на реализацию национальных проектов экономическое и финансовое излечение отрасли здравоохранения Ульяновской области. Коллегия профильного ведомства подвела итоги работы за 2018 и наметила планы на будущее. Следует честно признать, прошедший год был крайне непростым для здравоохранения Ульяновской области. Нам пришлось столкнуться с огромными количествами проблем, главными из которых является нехватка лекарственных средств, тяжелое финансовое состояние государственных больниц, поликлиник. Сергей Морозов добавляет, что к концу года частично все же удалось исправить некоторое положение дел. Для решения вопросов по лекарственному обеспечению и погашению долга удалось дополнительно привлечь больше 500 миллионов рублей. Отметили не только проблемы, но и достижения. К примеру, увеличение продолжительности жизни в регионе. В прошлом году она достигла 72,5 лет. Среди успехов также начало тиражирования нового стандарта поликлиник, строительство и ввод в эксплуатацию крупных медучреждений. Что касается достижений системы здравоохранения 2018 года, хотелось бы отметить то, что в марте 2018 года был введен в эксплуатацию перинатальный центр «Мама» в структуре ГУСТ Ульяновской детской детская областная клиническая больница имени политического общественного деятеля Горячева. И перинатальный центр был развернут на 150 коек. С марта по декабрь было принято 2273 родов, родилось 2295 младенцев. В этом году общая сумма финансирования бюджета в территориальный фонд МС составляет 15 миллиардов рублей, что почти на 9% выше финансирования в 2018 году. В бюджете фонда впервые заложены деньги в размере 87 миллионов. Что это такое? Это финансирование зарплаты в соответствии с указом президента для вновь устраивавшихся только в первичную медицинскую сеть, только в поликлинике. Это врачи и средние медицинские работники. Среди главных задач регионального Минздрава, который выделяет коллеги на ближайшее время, повышение экономической эффективности всей государственной медицинской сферы. Должен быть разработан комплексный план повышения экономической эффективности всей государственной медицинской сферы. Мы сейчас заканчиваем разработку этого плана. В ближайшее время мы на совете главных врачей этот план обсудим. И такие же планы будут созданы в процессе каждого государственного учреждения здравоохранения. Еще один серьезный пласт работы – развитие паллиативной помощи. Эту задачу озвучил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. На днях в Госдуме приняли поправки о механизме поддержки неизлечимо больных людей. В Ульяновской области помощь тяжелобольным оказывает хоспис на улице Рылеева. Его структуре находится стационар на 35 мест. Однако основная работа ложится на выездные патронажные бригады. Это целая огромная армия медицинских сестер, врачей, психологи, социальные работники. Есть квалифицированный психотерапевт, который оказывает помощь на дому. То есть мы принимаем звонки, заявки по круглосуточно действующей горячей линии. Специалисты выезжают на дом, формируют программу лечения и помощи. Причем не только пациенту, но и его семье. К слову, хосписами помимо Ульяновского региона могут похвастаться только 12 субъектов страны. Медоборудование используется особое. Аппарат искусственной вентиляции легких в маленьком кейсе. Портативный кислородный концентратор, который можно прикрепить к спинке кровати. По оценкам, в паллиативной помощи сегодня нуждается до 30 тысяч жителей региона. Здесь учреждение полностью бюджетное, никаких касс, никаких платных услуг здесь нет. Более того, мы даже не финансируемся из фонда ОМС. То есть вся наша помощь бесплатна, во-первых, и то, что мы выдаем оборудование в пользование на дом, это тоже совершенно бесплатно. В 2019 году областной хоспис получит из федерального бюджета финансовую поддержку – 44,5 миллиона рублей. На эти средства учреждение планирует докупить оборудование и расшириться, открыть филиалы в районных медучреждениях области. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.